И здравствуйте, здравствуйте, это канал Максимадзе, и мы сегодня снова играем в моды на игру «Как достать соседа». Ну как мы, точнее я играю в моды на «Как достать соседа». Короче, Дмитрий Евтеев, часто появляющийся в наших роликах, как только услышал новость про то, что я 15 ноября перестаю принимать моды, он сразу же штук с десяток, наверное, своих модов кинул. Судя по названиям, большинство из них представляют из себя неиграбельный хлам, найти среди которого будет что-то более-менее годное будет проблематично. Да, а неиграбельного хлама всякого очень-очень много. Так, автор оригинальной игры Манке, если еще глубже, то SML, да. Некоторые спрайты были повзаимодействованы из других модов, например, сосед из главного меню был взят из мода «Хардкор перезапуск» от кота Бориса. Да. Ну, судя по всему, не все они сделаны... Не все эти моды сделаны самим Дмитрием Евтеевым, судя по всему, он просто некоторые прислал. Да, к сожалению... Ой, господи. Да, это, короче, мод называется «Как достать 2 рестарт хардкор», опять хардкор, не люблю хардкоры, но что поделать. Так, эти уровни у нас недоступны. Кстати, прикольно, что вот крестики, крестики это прикольно, мне нравится даже. Но чую, жесть у нас тут будет. Добро пожаловать в подвал, мой сосед-маньяк уже давно от меня съехал. Я вышел на улицу погулять, вдруг я услышал крики и решил идти на звук. Я уже почти подошел к месту, но крики резко прекратились. Дальше оставалась только интуиция. Я оказался в заброшенном здании, но вокруг я увидел, что у него есть проход внизу, я туда отправился. Есть еще облегченный режим в файлах игры, который увеличивает скорость Вуди, но я его не стал добавлять. Мы все равно не будем это все проходить, мы просто посмотрим. У нас цель... Нам моды важно посмотреть, не обязательно проходить. А, я в западне. И нельзя. Ох, ничего себе. Ух ты, прикольно. Ну не знаю, давайте в ванну забежим, посмотрим, что еще можно сделать. Ну так этот уровень я чую, не пройду я. Хлам, да, можно осмотреть. Зашел он в подвал, а в подвале... Он сам злодей находится у нас. Да не, я не успею. Ну, я так понимаю, тут просто... Как бы измененная локация из Hardcore 2, панки взятые. А так, попакатим то же самое, что в обычном хардкоре от Social Media Production, собственно. Так, пикник каннибала. Да, один из уровней так назывался в хардкоре оригинальном. Я вышел из подвала и пошел к себе домой. Как только я вышел из подвала, была уже ночь, но я увидел большое здание, но рассмотреть его я не успел. Я почувствовал резкую боль в спине. Я проснулся в коридоре. Умри сейчас, иначе умрешь в муках. В длительных ли муках, интересно. Ну да, это из Хардкора 2 взято. Вот прям, вот это вот то же самое место. Краждение. Вот, собственно, краса тут ничего не поможет. А где сосед-то сам? А, вот он. Пришел только что отсюда. И что-то соседу, по-моему, абсолютно пофигу на это.
говорили мне, что в первом сезоне животные не работают. И, видимо, здесь то же самое, действительно. А, нет, подождите, тут работает. Что-то первый раз не сработало. Спрятаться можно в какой-то фигне. Мне вот интересно, что будет, если спрятаться в этой красной фигне. Но эти звуки я уже задолбался слушать, если честно. Ничего себе. И он типа подумает, что это статуя. Хитроумная какая, как-то немного это. Я думаю, сдохнет лучше, чем вот это все слушать. Сатанистские игры. Как только я мигом выбежал оттуда, я оказался в совсем незнакомом себе месте. Была глубокая ночь, и ничего не было видно. Вдруг показалось чересчур знакомое здание. Это было то самое здание с подвалом, и решил перекантоваться в подвале. Поиграй с ротвейлером. Подсказка бесполезная. О. Короче, видимо, наверное, брат Вуди, у которого... Которого еще и волосы спалили. И цветок спалили. Ага, он читает книги по сатане что-то. Давайте посмотрим, что тут у нас. Ага, микроволновка, могила. Ну, на самом деле, мне, если честно, неприятно слышать эти звуки. Давайте все-таки выйдем уже из этого мода. И, честно говоря, я не знаю, много чего позаимствовано из других модов. Реализовано как-то слабовато немного. Я, наверное, никакую оценку сюда ставить не буду. В комментариях пишите, как бы вы оценили этот мод. А мы двигаемся дальше. Итак, мы продолжаем. На самом деле я ошибся, когда сказал, что мне десятку модов Дмитрий Евтеев прислал. Да, он прислал десятку модов, но вот этот предыдущий мод не им был прислан. Это другим прислан был. Я немного ошибся, извиняюсь за это. Но вот начиная с этого мода и следующие 9 штук, которые все из них, которые не попадут в этот выпуск, конечно же, уже им были присланы. Не знаю, все ли они сделаны были им самим или нет, но в любом случае посмотрим. Да, вот этот сделан был им. Сделал гадость сердцу радость. Ну, слегка совсем изменено описание. Давайте посмотрим. Но чую, тут интересного я ничего не увижу. В чем-то здесь есть попытка перенести уровень из консольной версии. Я уже вижу, что здесь находится окно. Оно некачественное вообще. А я варежку взять могу. Мод. Ну да, консольная версия, кстати, наверное, самая моя любимая версия, пока достать соседа. Я ее проходил несколько, причем раз на своем канале. И вот в марафоне по 20-летию тоже. По 20-летию, как достать соседа. На шкаф на этот даже посмотреть нельзя. Отлично, все сделали.
Ну не знаю, скучно. Скучно. Тут мало чего изменилось совсем. Локации из Гуди возвращаются, взяты. Немного добавлен этот шкаф и окно. Еще одно. Как было в консольной версии. Действительно, там было в некоторых уровнях два окна в гостиной. Так, пианино. Пиано, кстати, в консольной версии уровень назывался, так что вот как раз под это название. Но там русского языка не было. И там, по-моему, вообще никакого другого языка, кроме английского, не было. Поэтому полагаемся на перевод. Ну, пиано, пианино, как бы вот. Ладно, в общем, давайте посмотрим. У меня что, опять тут нифигатушки нету. Я так и думал, сюда добавлена была вот эта вот корзина. Телефон был перемещен вот сюда, дверь убрали, ну, кусок стены поставили вместо нее. Правда, вот эта дверь все еще тут присутствует. Ну, я даже не знаю, проходить, не проходить, тут осмотреть особо нечего. Ладно, в общем, в принципе, мод скучный, мало чего в нем изменилось. Видно, что автор пытался как-то воссоздать уровень, сделать похоже на консольную версию, но реализация не очень удачная вышла. Этот мод все-таки получился плохой. К сожалению, плохой, поэтому оценка, собственно, вы видите. Переходим к следующему моду. Надеюсь, он будет лучше, чем этот. Когда соседа весенние каникулы. По-моему, у нас был уже мод таким же названием. Обновление пишут. Ну ладно, начало каникул, собственно говоря. И мне кажется, надо отключить музычку, потому что я чую, авторские права могут быть. А можно сделать из обычного кадоседа. Правда, он не цветной при этом. А можно было и цветной. Так, я смотрю, он крутит велотренажер, но что-то я не вижу нормальной анимации у этого. Нормальной анимации нету, что-то она какая-то корявая и беззвучная. Так, ладно, вот, смотрите. А, он еще и стоит. Ну, она реально корявая какая-то анимация. Что такое? А яйца-то нету. Где его взять? Где взять яйцо? Хороший вопрос, я ответа не знаю. А, оно не нужно. Тут и так 3 пакости-то всего. Да, вот по какой причине анимация такая корявая?
Так, время ванны. После неудачного спорта, который был испорчен, Вуди сосед решает помыться, чтобы от него не пахло грязью. Пока наполняется ванна, сосед разглядывает альбом с фотографиями. Короче, все то же самое, что было в этом, в оригинале, я так понимаю. Сумка без этого, без рисунка, что ли? Да. Ну тут, короче, я так понимаю, единственное отличие это то, что вместо конфет он съедает кусок пирога. А, вот это окно из моего обновления на когда Седа Вуди возвращается, где я некоторые косяки недоработанные исправлял. И там вот это вот окно, вот это вот окно, когда на уровне ночи, там тоже должна быть за этим ночь. Здесь вот так вот ровно нарисовано, это рисовал именно я. Так что, видимо, с моей обновки он это и брал. Ну да, тут нечего смотреть. Пикник на балконе, сося... Ой, господи, какой сося. Толстяк убрел наверх. Сося. Угли шипят, бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла. Поди, здесь вообще ничего не изменится. А хотя фиг его знает. А, ну тут, короче, шашлык из реальной жизни у нас. Картинка, и здесь тоже. У нас. Нету животных, как Вуди возвращается. Но нету Ольги тоже при этом. Ну-ка, как он будет сейчас его готовить? Ну, я думаю, тут смотреть нечего почти толком. Он увеличился, а потом он рукой, и он обратно стал, и он обратно уменьшился и стал дергаться. Блюдо с шашлыком. Ну понятно, короче. Ну, короче, понятно, тоже ставлю минус. А, это уже третий мод подряд, в котором толком делать нечего. Идем дальше. Следующий мод это опять хардкор, опять ненавистный для меня хардкор. Ну, титульник такой же, как в оригинальной версии от Social Media Life Production, только логотип замазан кровью теперь. Так, собственно говоря, надо, наверное, сбросить сохранение. Первый адовый сезон. Почему-то доступны только 4 уровня, а вот эти нет. Просмотр смерти. Ну, я так понимаю, то же самое здесь будет. А, ну, а, негатив тут. А, и нет анимации того, что вот он застреливает. Сдох, как лох, да. Первая смерть. Ну, здрасте, Вуди, это твое первое испытание. Тебе нужно достать сатаниста. Он сидит в фиг знает чем, в каком-то кресле, смотря смерти. Еще он смотрит, как соседка, бла-бла-бла-бла-бла. Короче, поехали. Эта музычка мне нравится. Вот эта музычка мне нравится. Жаль, только тиховатая она. Опа. Здесь то же самое, что в первом уровне из хардкора. Ну, там первый уровень даже сложный был. У теле смерти. Ну, слово... Здорово, снова жалкий ты смертный. Если ты помнишь прошлый ад, то сатанист смотрел смерть. С английского, если перевести. А вот он продолжает это делать. Так еще он пьет кровь, смотря смерть. Но ты, Вуди, должен постараться, ведь у него появилась собака. Намеренно ли это ошибки были сделаны или нет?
О, жесть какая. Просто жесть какая-то, сколько тут кра... Вот за что я не люблю хардкоры. За ужасные звуки и за ужасную атмосферу. Мысли соседа, кстати, не показываются. У сатаниста было дни рождения? У сатаниста... Ты, наверное, скажешь нет или да, но... Вот пускай Вуди узнает, да или нет, а ты закрой свой рот. Как вы смеете так со мной разговаривать, а? Это у кого такая рука большая могла быть? У соседа дома великаны, похоже, были. С когтями. Ой, а куда? Тут еще и портал, что ли? Ну-ка. Помнишь, как играть в портал? А, нет, нет, нафиг портал вообще. Здесь, короче, просто нет комнаты. Вот этой двери в нее заблокированы. Мы не знаем даже, что за ней. В принципе, вот это, наверное, единственный уровень, который я бы мог пройти. Ну, не знаю, я, не, честно говоря, даже на этого не хочу тратить время. Так что... Так что я не знаю, что-то в этом хардкоре вроде изменено, а что-то, а вроде бы то же самое. То, опять же, не ставлю, наверное, никакую оценку. Я не знаю, что можно поставить. Опять же, пишите свою оценку в комментах, а мы идем дальше. Мы идем дальше. Все моды, что-то мы очень быстро смотрим. Следующий по списку мод это снова хардкоры, но поскольку я хардкоры не хочу сразу после предыдущего опять идти в хардкор, который я не люблю, поэтому я его решил пропустить, оставить и как бы на следующий раз, чтобы подряд не играть, а перейти сразу к следующему после этого. Когда соседа, блин, я не помню точное название у этого мода, но по-моему там что-то, блин, я не помню, серьезно. Короче, здесь всего один уровень, это большая стирка. О, господи. Ну, на самом деле... Ну, на самом деле, я даже не смогу этот уровень играть, потому что, ну, вы сами понимаете. На такое даже неприятно смотреть. Не для меня такое испытание, извините. Этот мод плохой, однозначно ставлю ему минус. Ну что ж, идем дальше. Короче говоря, это уже шестой мод, и это, кстати, первый выпуск, в котором у нас больше пяти модов. Ну, впрочем, я думаю, вы понимаете, почему за этот выпуск получается так, помещается так много модов, потому что все предыдущие моды просто никчемнейшие вообще. Абсолютно. Кстати, предыдущий мод, я только что посмотрел название, наркоманский ремейк. Наркоманский ремейк название очень подходит, там вообще нечего делать. Просто нечего делать было в этом моде, ну абсолютно. Так, когда соседа у нас супер мод какой-то. Хардкор следующий тоже, пока решил не воспроизводить. В общем, Social Media Production подписано, тут сливается два текста вместе. А давайте... А хотя зачем отменить прогресс? Может, второй сезон, если я сейчас нажму, может, второй сезон закроется. Я, наверное, не буду это делать. Так, первые шаги. Собственно говоря, это, судя по всему, альфа, самая первая альфа Вуди возвращается, немножко переработанная.
в которой вот такого вот Вуди из второй части сделали. И я вижу опять ту же самую херню, что видел в предыдущем моде, что вот так вот криво стоят двери. Ну, еще пытались добавить Вуди из второй части. И, собственно, если Social Media Life Production сделали это в моде Вуди возвращается на отлично, то, ну, почти на отлично, то здесь просто полнейший отстой. ТВ. А, вперед и вверх. Да ну его нафиг, это обучение, короче. Надо было первый уровень посмотреть. Давайте с первого уровня. Первая шалость. Перевод, как в оригинальном переводе от самих Джувуд. Я, насколько знаю, не уверен точно, по-моему, от них самих русский перевод. Так, опять кривизна с дверями, и я не понимаю, как я это буду играть сейчас. Опять. Ой, господи. Так. Что, все уровни такие, что ли, будут? Это из консольной версии сама, я так понимаю, взята картинка. Ну, видимо, да. Только еще негатив сюда приделан. Ну, ё-моё. Солнечное утро. Блин. Час шашлыка, что в нем будет? Короче говоря, как вы поняли, очередной мод, сделанный тупо для того, чтобы просто попасть в видео. Сразу я этому моду тоже ставлю, говорю, что он плохой. И следующий мод уже седьмой будет. Поехали. Короче говоря, вот тот самый хардкор, который я предыдущие два мода пропустил. И, собственно, давайте посмотрим, что у нас здесь. Так, ну, просмотр смерти, я так понимаю, тут... Здесь, я так понимаю, будет ничего... Арт Елены Сергеевой, по-моему. Которая бывшая сотрудница Social Media Life Production, которая арт рисовала. Ну да, только... Да, здесь просмотр смерти, только сосед не застреливает Вуди, а избивает по стандарту. Привет, смертный. Меня убил сатанист. Да, измененное описание опять. Да, короче, 2 минуты, бла-бла-бла-бла-бла. Бу-бу-бу-бу-бу, блин. О, господи, ну почему все такое и вырвиглазное, яркое, красное все? Это смотреть-то не очень приятно, если честно. Ой. Вот эту музычку я прям обожаю. Вот это реально прикольная музыка. Я не успею. А, он даже пропустил ее. Погромче прям сделаем музыку. Эта тема музыкальная мне прям реально нравится. Вот она. Вот из оригинального хардкора там две музыкальные темы были. Вот это прикольная. Вторая меньше понравилась. Неплохая тоже, но понравилась меньше. Но вот это прям вообще классно.
Так, я не знаю, посмотрим другие эти уровни, нет? Розиск. Намеренная ли ошибка или нет? Опять хочется спросить. Какая музычка будет играть? А, это же. Причем с того места, где она остановилась, походу. В хардкоре в оригинальном, кстати, слабительное находилось в комоде, а не в аптечке. Красные глаза из норки. Пущу этот звук. Это один из самых ненавистных для меня звуков. Из хардкора был. А, я бумагу не положил на туалет. Да ладно. Ладно, хорош. Я то же самое хотел, вот то, что сейчас сосед делает на этот мод. Я чую, в этом моде тоже абсолютно нечего делать. Да ну его нафиг, короче. Тоже плохой мод. Ну, блин. Вообще. Чё у нас, кстати, наверное... Чё там? Чё, наверное, тогда давайте... Там уже... Давайте восьмой еще мод посмотрим. Я чую, он тоже будет. Я чую, опять будет мод, в котором делать нечего. Давайте глянем. Так, в описании этого мода было написано, что это его первый мод. От Дмитрия или Евтеева он точно был прислан. По-моему, я от него все скачивал сегодня. Так, первые шаги. Ни у одного эпизода описание не изменилось. Давайте посмотрим, есть ли вообще в этом моде изменения. А то у меня есть ощущение, что я их могу не найти. Ни в музыке. Да ну его, пропущу сразу. Сразу сюда пойдем. Че тратить время на него, господи. Не, чувак, ты серьезно, ты издеваешься? Тут ничего не изменилось. Вообще. Может быть, этот... Он типа реализовал демку на когда соседа обычную. Типа.
не полная версия, а просто демка оригинальной сцены. Ну блин, ну это же все равно неинтересно. В ней ничего уникального нет такого. Абсолютно. Абсолютно ничего уникального нет в ней. Так, если следующий уровень таким был, тоже будет неизмененным, то тоже минус этому моду ставлю. Я чую, сегодня у нас было... Сегодня рекордный выпуск по количеству модов и количеству говна модов. Да, выпуск, видимо, назовем так. 8 говномодов, в которых абсолютно нечего делать. Так, ну в первом уровне ни одного изменения не было. Если следующий тоже будет таким же... Вот я сейчас зайду, посмотрю. Нет, чувак, ты угораешь, я чувствую, надо мной. Вот серьезно. Если честно, я вообще не понял смысл... Цель создания этого мода я просто понятия не имею. Тут единственное изменение, что доступны только первые два уровня из второго сезона, остальные нет. Короче, говно, реально, говно, плохой мод. Короче говоря, сегодня у нас было 8 говномодов, которые... В которых абсолютно делать было нечего. Просто нечего делать абсолютно. Эх, вот по какой причине я и хочу перестать уже снимать эту рубрику на... по модам на Хазседа. Собственно, как вы уже, наверное, знаете, 31 декабря будет последний выпуск. И чую до него добраться, закончить со всеми присланными модами оказалось проще, чем я думал. Эти 8 модов просто пролетели за 40 минут или сколько там было. Это просто практически незаметно. На сегодня все. С вас и господписозы. С меня эпичные видосы. Подписывайтесь на стримерский канал, влоговый канал, Спадиру ВКонтакте. И всем пока.